в новогоднюю ночь дам совет, чтоб обезьяна была добродушна. Всем нам одеться веселое нужно. Что, в мини-юбку с подтяжками? Нет, главное, чтобы костюмчик сидел как влитой. А, значит, надену юбку с начесом, сланцы, жабо и халат расписной мось. Платье крутое себя облачи и непременно с бананом в кармане, а-а-а, чтобы понравилась ты обезьяне. Я ж тебе нравлюсь и так. Помолчи. Всем одеваться надо поярче, в зеркале, чтоб не узнали себя. Я так оденусь, что Стас Михайлов скажет мне: бабушка, все для тебя. Главное, чтобы костюмчик сидел. Я б декольте, если честно, надела, чтоб было видно красивое тело. Хочешь, чтоб каждый второй посидел? Будут все гости просто в экстазе. Всех я нарядом своим восхищу. Всюду приклею блестки и стразы и у Киркорова перья стащу. Мне нужно платье, чтоб яркий узор, цвет, чтобы был колоритный, ядреный, или цвета красный, желтый, зеленый. Станешь матрена, ты как светофор. Ага, сверху гирляндой платье накрою, пусть загорятся на мне огоньки. И предо мною будут всю ночь тормозить мужики. Главное, чтобы костюмчик сидел, чтоб обезьяна, увидев, сказала: вау, я такой красоты не видала. Кто ж на тебя это чудо надел? Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик блестел. Чтобы костюмчик был просто улет. Вот что нам надо встречать Новый год.